Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии. Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила каждого из вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Saatnya kami berkumpul bersama dari senam suku, dari senam suku dan bangsa. Oh, berdiri, berdiri di hadapan Tuhan. Satu suara, amin, menyatakan. Kita lompat sama-sama, yeah! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahan. Suku dan bangsa, oh berdiri, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara, semuanya menyatakan, hey, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Oh, 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 oh. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Hey, selamat, keselamatan, keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertahta kami naikkan, oh oh oh, katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sayang, disayang, haleluya. Coba sama-sama tangannya seperti ini, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku sayang, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan, nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, amin. Boleh jempolnya tinggi-tinggi sama-sama, yes! Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, dengan gendang, hey! Dengan kecapi, oh!
dua tangan sama-sama, yeah. Sayang saya disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang saya disayang, umat yang disayang Tuhan. Sama-sama nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan, yes. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, puji Tuhan. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Христос умер за наши грехи. Он был погребен, но на третий день Он вернулся к жизни. Он действительно воскрес и действительно жив по сей день. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. После этого 40 дней Иисус был на земле. Он являлся своим 500 ученикам, чтобы убедить их, убедить весь мир, что Он живой. Иисус также утешал и укреплял учеников, которые были потрясены Его смертью. Он посетил Фому, одного из 12 учеников, который не поверил в то, что Иисус воскрес. Библия говорит, что если Иисус не воскрес, тогда, во-первых, проповедь Евангелия напрасна. Поэтому те, кто не верят в то, что Иисус воскрес, не понимают проповеданное им Слово Божие. Это тщетно. Во-вторых, если Иисус не воскрес из мертвых, тогда наша вера тщетна. Мы все еще живем во грехах. Библия говорит, если мы исповедуем устами Иисуса Господом и верим сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасаемся. Если мы не верим в то, что Иисус воскрес, то мы не будем спасены. Хотя мы исповедуем нашими устами, что Иисус Господь, но не верим сердцем, что Он воскрес из мертвых, тогда вот мы не будем спасены. Также, если мы не верим, что сила Его воскресения делает нас победителями, то мы не унаследуем Царство Небесное. Поскольку мы постоянно будем в поражении, мы будем проигрывать сражение против греха. Мы будем проигрывать сражение против греха, против врага и против мирских желаний, и будем всегда поступать по плоти. Итак, если мы продолжим жить в поражении, Библия говорит, что мы не унаследуем Царство Небесное. В-третьих, если Иисус не воскрес из мертвых, то все мы самые несчастные люди. Но мы видим, что Иисус очень любил Фому. Иисус попытался убедить Фому, чтобы с ним не произошло все вышеупомянутое. То же самое Иисус делает для нас с вами. Слава Богу! Фома все-таки поверил. Иисус сказал Фоме, «Ты поверил, потому что увидел Меня, но благословенны те, кто не видели, но поверили». Если у вас в жизни есть проблема,
Иисус просит нас лишь поверить в то, что Иисус способен решить наши проблемы. Не верьте лишь тогда, когда проблема уже решена. Это не вера. Мы должны иметь веру в Иисуса. Это значит, что мы должны верить, хотя еще ничего не видели. Без веры угодить Богу невозможно. Вера должна сопровождаться действиями. Мы должны предпринимать ощутимые действия для того, чтобы доказать свою веру в Бога, показать упование на Него. «Вера без дел мертва», — так говорит Священное Писание, и нам необходимо верить. Однажды к пастору пришел заядлый курильщик. Он сказал: «Пастор, помолитесь за меня, чтобы я освободился от этого рабства. Я пытался бросить курить, но у меня ничего не вышло». Пастор ответил: «Вы действительно не можете этого, но Иисус может». А курильщик ответил: «Пастор, тогда помолитесь за меня, чтобы я имел сильный самоконтроль и освободился от этого рабства». Пастор сказал: «А вы сказали, что уже пытались избавиться от этой зависимости своими силами. Поэтому сейчас вам нужно попросить Господа Иисуса поработать в вас». Через несколько недель этот курильщик снова встретил пастора и сказал: «Пастор, я свободен от курения». «Как же так получилось?» Пастор спросил у него об этом. А курильщик ответил: «После встречи с вами я пошел домой, и вдруг у меня появилось сильное желание закурить. Но в этот раз я не сражался. Я взял зажигалку и сказал Богу: „Бог, я не могу освободиться от этого рабства, но Ты можешь, я верю. Ты можешь меня освободить. Помоги мне, пожалуйста“. И что же было потом? Через несколько дней мне стало плохо, когда я видел сигарету, и желание курить пропало полностью. А у вас? Есть ли у вас подобные проблемы? Возможно, вы зависимы от наркотиков, связаны ненавистью, не способны простить, подавлены, не способны любить полноценно, и пытаетесь освободиться от этого своими силами, но у вас ничего не выходит. Я хочу сказать вам: вы не можете, но Иисус может. Библия говорит, что невозможно человеку, то возможно Богу, потому что для Бога нет ничего невозможного. Поверьте в это. Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku, Yesus sanggup memulihkan. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведея и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали Его. Он позвал их: «Дети, ну как, у вас есть рыба?» «Нет», — ответили они. А Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили,
и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сети. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Посмотри, это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба и лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку. Потом он вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбины. Однако сеть не порвалась. Вот такие чудеса показывал Господь своим ученикам. Давайте прославим Его за это. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он совершал необычные чудеса, то, что казалось невозможным. Но для Иисуса нет ничего невозможного. Учеников просили порыбачить утром. Обычное время для рыбалки на Галилейском море — это вечер. А еще их попросили порыбачить на относительно маленькой глубине, всего в 200 локтях от берега. Это примерно 90 метров. Большая рыба обычно водится на большой глубине. Также их попросили забросить сети с правой стороны лодки. Какая разница, с какой стороны закидывать сети, справа или слева? Поскольку лодка не была широкой, сеть, входя в воду, покрывала примерно ту же территорию. Очевидно, что ключ к необычным чудесам в послушании, хотя оно и не имеет смысла. Если вы хотите видеть необычные чудеса, то вы должны быть послушны в том, что говорит вам Бог. Хотя это может казаться бессмысленным. Они не знали, что команды им выдает Иисус. Но почему же они были послушны Ему? Потому что ученики имели близкие отношения с Иисусом. Те, кто имеют близкие отношения с Иисусом, смогут услышать Его голос даже в день бедствия. Итак, если мы хотим видеть необычные чудеса, то мы должны жить в близости с Иисусом. Помните, что именно Иисус совершает необычные чудеса. Чтобы это произошло, мы должны быть послушными Его голосу, быть в отношении с Ним. Незадолго до своего ареста, после последнего ужина с учениками, Иисус сказал: «Этой самой ночью вы все отвернетесь от Меня». Петр ответил: «Даже если все отвернутся от тебя, я никогда этого не сделаю». Иисус сказал ему: «Истинно говорю, в эту ночь, прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься от Меня». Петр сказал ему: «Даже если мне придется умереть вместе с тобой, я никогда не отрекусь». Но что произошло? Когда Иисуса арестовали, слова, которые Иисус сказал Петру, сбылись. До того, как пропел петух, Петр трижды отрекся от Господа Иисуса.
Когда петух пропел, Иисус посмотрел на Петра, и тот вспомнил слова Иисуса. Он вышел и горько заплакал. С тех пор у Петра было чувство вины. Он думал: «Господи, я не хотел этого, но почему же я так поступил?» Но случай Петра отличался от случая с Иудой. В случае с Петром это был импульс, а Иуда замышлял и планировал свое предательство. Он был готов предать Иисуса за деньги, но, услышав, что Иисуса приговорили к смерти, Иуде стало жаль. Если бы Иисуса только избили до полусмерти, то для Иуды это не было бы проблемой. Но Иуда совершил фатальную ошибку и повесился. На его тело упало, и все внутренности выпали наружу. Иисус знал, что произошло с Петром, поэтому он пришел специально к Петру, чтобы избавить его от чувства вины. Когда Иисус встретился с Петром, он спросил его: «Симон, сын Ионы, ты действительно любишь меня больше, чем они, чем все ученики?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Тогда паси моих ягнят». Сердце Петра было сокрушено, и он избавился от всякого чувства вины. Господь полностью восстановил его. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Божья любовь к нам такова. Если вы серьезны по отношению к Богу, но вы согрешили против Него, то у вас появляется чувство вины. Иисус обязательно придет, чтобы восстановить вас. Кто из вас желает переживать необычные чудеса, переживать то, чего не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на ум человеку, я буду молиться за вас. Поднимите свои руки. Я помолюсь за всех вас. Господь, Ты видишь эти поднятые руки. Твои дети пришли к Тебе с разными проблемами. Они хотят переживать необычные чудеса. А теперь принимайте. Принимайте исцеление. Принимайте освобождение. Принимайте восстановление. Принимайте свободу во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Аминь. Каулah Tuhan penyembuhku. Каулah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Katakan dengan iman. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah penyembuh. Katakan kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan
penyembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю. Я yang ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian, pujian hormat kuasa bagi Raja. Seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan kita sama-sama, yo. Kita nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian kuasa bagi Raja. Hey, gunung tunduk, laut tergelam. Yeah.